5 человек погибли при стрельбе в США. Жертвами стрельбы в округе Ливингстон стали 3 человека, в округе Асенсьон были убиты 2 человека. Жертвами стрельбы в американском штате Луизиана стали 5 человек, сообщила в субботу, 26 января, газета The Washington Post. По ее словам, 2 случая стрельбы произошли в субботу утром в 2 местах к западу от Нового Орлеана. Жертвами стрельбы в округе Ливингстон стали 3 человека, в округе Асенсьон были убиты 2 человека. Предположительно родители подозреваемого. По мнению полиции, 2 случая связаны. Подозреваемый, 21-летний молодой человек, находится на свободе, он вооружен и опасен, его разыскивает полиция. Ранее в центре Торонто произошла стрельба, в результате 1 человек пострадал. В США произошла стрельба. 3 убитых, 2 раненых. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал и HTTPS/Correspondent.net. По материалам сайта News.com.